Виноград Светлана. Вот такие грозди у этой комплексно устойчивой однополой столовой формы, выведенной в ОВНИИВЭ имени Потапенко в России путем скрещивания раднесреднего талисмана, он же Кеша-1, со среднепоздним русмолом. Основные характеристики винограда Светлана следующие. Срок созревания ранний-средний, 117-125 дней. На Полтавщине созревает в конце августа. Рост сильный и очень сильный, цветок функционально женский, грозди крупные, массой 800-1200 грамм, конические или бесформенные, высокого товарного вида. Ягоды месячно-сочные, очень крупные, 40-35 мм, 14-20 грамм, отдельные до 50 мм, 25 грамм, белого цвета. Вкус ягод гармоничный, с легким мускатным привкусом, кожица в меру плотная, однако хорошо съедаемая. Семян у крупных ягодах 1-3. Ягоды, что мельче массой 5-6 грамм, те без семян. Сахаристость высокая, 17-23%, как у винограда сорта Восторг. Кислотность 6-8 грамм на литр. Светлана – прекрасная столовая форма винограда. Однако наряду с комплексом положительных качеств имеется и недостаток, заключающийся в опыляемости гроздей. Не у всех виноградарей и не всегда удаются товарные грозди, удовлетворяющим характеристикам сорта. Вот как про эту столовую форму отзывается Василий Евдокимович Акушенко, который выращивает ее на своем приусадебном участке в селе Мачухи на Полтавщине и реализует ягоду на рынке. Пожалуйста, Василий Евдокимович. Перед вами сорт Светлана. Сорт создан на основе талисмана Кишмыш-1. Цель была создать сорт обоеполый, чтобы раньше он созревал. Но, честно говоря, у меня вряд ли эта цель достигнута. Хотя сорт не хуже, чем талисман. Ягода крупная, гроздь тоже крупная, такая же, как в талисмана. Может, чуточку раньше созревает, да и вкус, на мой взгляд, лучше, чем талисмана. А вот насчет того, что лучше оно пыляется, я бы не сказал. Вот, за этим сортом нужно так и смотреть, и в плохую погоду, во время цветения. Лучше, конечно, обработать гибберелином, потому что он в таких условиях опыления часто хорошит, так же, как и талисман. Спасибо, Василий Евдокимович, за полезный отзыв об этой столовой форме. Более подробная информация о винограде Светлана выложена на сайте, ссылка внизу в комментарии. Всем здоровья, счастья и хороших урожаев. С уважением, Владимир Исаенко. Видео записано 15 августа 2014 года на винограднике у Василия Евдокимовича. До встречи в новых видео про виноград, сад и дачу 12 декабря 2014 года.